хорошие, сегодня, как и обещала, хочу сделать обзор вот этого замечательного стула, который мы получили, в котором мы очень нуждались, потому что до этого у нас был стул, который под наш интерьер не вписывался, и у него были нюансы, минусы, которых здесь как раз нет. В общем, расскажу обо всех своих впечатлениях, обо всех своих эмоциях, касающихся этого стула. Самое главное, что понравилось, это стул от 3 до 15 лет. То есть на очень большой возраст рассчитан. Благодаря чему? Благодаря тому, что здесь несколько регулируемых уровней. И здесь и сидушку можно ставить на 6 уровней выше либо ниже. И ступенька здесь есть, которую тоже на 11 уровней можно регулировать выше либо ниже. Благодаря этому можно сделать так, чтобы у ребенка полностью была правильная посадка. То есть как правильно? Чтобы локти были на столе, да? Вот, ну, даже вот пониже, жаль, чтобы был стол, то есть ступа выше. Ноги, чтобы стояли полностью ступней на подставочке. И колени были под прямым углом. И благодаря этому стулу мы можем, получается, это регулировать и делать посадку ребенка правильной. Потом здесь очень удобная вот эта вот спинка, она не совсем прямая, она вогнутая вот такая. И благодаря этому и спине удобно, и в то же время она твердая, и ребенок сидит прямо. Также, так как сидушка не такая уж широкая, то на стуле не развалишься вот так вот. И поэтому ребенок, он просто вынужден сидеть прямо, но так как у него и ноги, и руки в удобном положении, то ему удобно так сидеть, и формируется правильная осанка. Это очень важно, то есть этот стул можно использовать как в кухонном, да, вот у нас на кухне он конкретно, но еще лучше его использовать при письме, при учебе, то есть чтобы ребенок правильно сидел и правильно занимался. Стул выдерживает 100 килограмм, представляете, до 100 килограмм, то есть муж, если мой скинет килограммчик, то ему можно будет сидеть, представьте его размеры на этом стуле. Не зря, до 15 лет аж. И расцветка разная бывает, то есть вот это вот у нас цвет слоновая кость, у нас в принципе, видите, здесь в основном такие цвета присутствуют, поэтому мы себе взяли именно этот, и он очень хорошо у нас подошел под наш интерьер, мы очень довольны. Также есть там белый цвет, есть под дерево и очень много разных расцветок, есть, например, сидушки одного цвета, здесь другой, в общем, в принципе, выборы есть. Поэтому под свой интерьер, я думаю, вы сможете найти то, что вам именно нужно. Фирма называется «Конёк-Горбунёк». Доставка осуществляется по всей России. То есть я думаю, что вы знаете, что мы живем очень далеко от Москвы. И он приходит в разобранном состоянии, немного места занимает. Посмотрите мой влог, в принципе, когда мы получили этот стульчик, я показывала свои первые эмоции, первые впечатления, конечно же, была очень-очень рада. И муж легко его собрал. Я думаю, что, в принципе, и девушки, мамы смогут собрать. Все для сборки есть, то есть там даже ключ, вот, чтобы подтянуть вот эти вот гаечки, да, гвоздики, ключ есть, то есть все это можно сделать, даже два ключа в наборе, все необходимое для него есть, мы очень-очень довольны, и Любави легко и забираться, и спускаться, и он ей просто нравится, потому что он красивый, она очень довольна, радуется. Но я думаю, что вы его в блоге видели, как она прыгала и бегала, что у нее появился стульчик. Еще что очень важно для маленьких деток, стул невозможно прокинуть, просто невозможно. У него специальные скользящие покрытия внизу, и если ребенок даже будет отталкиваться от стола и пытаться как-то покачаться на стуле, то стул просто будет двигаться, если пол ровный. Поэтому, конечно, очень важно ставить его на ровный пол. Конечно же, ссылку на интернет-магазин я оставлю под видео. И надеюсь, что мой обзор был для вас полезным. Пока-пока, будьте счастливы!